Встречай утро с новым миром. Какая часть ягоды винограда самая полезная? Большая часть витаминов, в том числе группы В, которые содержатся в самом винограде, они именно в этой оболочке. И может ли виноград навсегда заменить кофе по утрам? Виноград содержит в себе так называемую чистую энергию, которой питаются мозговые клетки. Открой для себя тайны еды. Какие способы контрацепции существуют? И какой из них наиболее подходящий для подростка? Метод там имплантантов, метод инъекций раз в 3 месяца, они нежелательны. Нежелательны. Но лучше любой метод, чем нежелательная беременность. Давайте как бы основные способы контрацепции перечислим. Способов этих на самом деле немного, всего 6. Узнай в школе доктора Комаровского. Как убрать лишние килограммы ультразвуком? Толстая. А мой вес растет в геометрической прогрессии. Платье не налезает. Помогите. Мы прописали ей курс процедур ультразвукового липолиза. Будет больно? Нет, больно не будет. Будет комфортно. Кто эта восхитительная блондинка? Советы экспертов. Красота на заказ.